Делегация КФУ во главе с ректором Ильшатом Гафуровым в ходе визита в Японию ознакомилась с научной и образовательной базой университета. Ильшат Гафуров подчеркнул особую важность стратегического партнерства между университетами Японии и России. На встрече с президентом университета Канадзавы господином Ямазаки и вице-президентом господином Ямамото стороны обсудили расширение уже имеющихся программ сотрудничества. После официальной части у гостей была возможность ознакомиться со школой фармацевтики и школой медицины университета. Важная роль в диалогах отводилась обсуждению сотрудничества в области подготовки врачей-исследователей с инженерной направленностью. Еще одна цель визита – подписание договора о стратегическом партнерстве с исследовательским институтом Рикен, одним из ведущих научных центров Японии. Напомним, начиная с 2010 года ученые КФУ опубликовали 92 научные статьи с японскими коллегами. Результаты подобного сотрудничества дают надежду на дальнейший рост.